Привет всем, дорогие друзья, с вами вновь Анри, и мы продолжаем играть на прохождение в игру Loadout. Итак, у нас третья глава, последняя миссия, называется «Рука помощи». Итак, клиент бригадир Джимми. Награды нам дадут, если пройдем 1000 золотых монет. Нам нужно получить 15 помощь в убийстве или 15 убийств. Эй, приятель, мне очень жаль, что приходится беспокоить тебя снова, но у меня есть идея, и ты действительно кажешься мне правильным человеком для ее исполнения. Дело в том, что мои парни держат Круат в страхе, но они нуждаются в некоторой помощи. Конечно, ты не должен выполнять всю тяжелую работу, но если бы ты мог пойти и помочь им немного, то они действительно были бы благодарны. Естественно, если у тебя получится совершить несколько убийств, они не будут в обиде. Они даже готовы собрать определенную сумму Space Bucks, чтобы заплатить тебе за беспокойство. Окей, поехали, давайте ищем ребят, кто сможет с нами поиграть. Надеюсь, таковые найдутся. Ну давай. Мандала, ищи давай. Так. Ого, кента 20 левел. Ему 17. Падает до 17. Так, давайте попробуем сделать 15 убийств. Не знаю, получится или нет. Надеюсь, да. И осталось, в принципе, 4 и 5 главы. Я думаю, что они будут очень тяжелые. Потому что... Гляньте, чувак играет уродом. Изили. А, нам сюда. Все, тогда давайте пока здесь станем. Будем ждать ребятушек. Надо не допустить, чтобы у нас отжали. Где они появляются? Сверху, что ли? Чтобы у нас отжали наши точки, нужно не допустить, конечно же. Эй, уроды. Ну где вы? А, не сверху, походу, черт. Или что, я не пойму. Где вся движуха происходит? Это, походу, вообще не та точка. Я не на той точке стою, ёб твою мать. Вот это, наверное, нормальный тип. Там месиво идет, а я тут... прохлаждаюсь, скажем так. Ёб твою мать. Так, два убийства я сделал. Три убийства я сделал. Хорошо. Давайте пойдем займем позицию поудобней. Блять, они прям здесь появляются, что ли? Так, мне нужно тут найти... О! Это вообще отличная дырочка. Тут встал и просто пацанов крепишь еще. Хорошо. Давайте постоим здесь. Посекелимся немного. Ну давайте, давайте, подходите. Они сверху что ли идут? Да. Ой, как я сейчас оторвал кому-то бошку. Я думаю, что 15 убийств мы, в принципе, с легкостью с вами сделаем. Это нас не затруднит особо. Так как уже 10 из 15 есть. Слышь, зуб, хорошо. А, то есть нужна или помощь, или убийств, поэтому так все быстро происходит. Ну давайте, заходите в круг. Помощь. Да нормально. Походу убийств я из этого мало сделал. Я в основном, походу, помогаю, я так понял. Все сделал. Хорошо. Ух ты, блядь, урод. Он, походу, меня выпалил. Что я здесь секилился. Вот козел. Рудольф. На тебе, тварь. Пошел вон отсюда. Как мы их рассекилили потихонечку. А если я здесь стану? И буду постреливать иногда. 9 убийств. Нормально. Теперь главное выиграть эту всю движуху. Эти пляшут, походу, вообще не соображают, что делать надо.
Да умирай давай. Хорошо. Всего 7 волн будет. Блин, ну еще много, конечно, играть. Блять, за спиной у меня возродились. А, они сверху. Хорошо хоть сверху. А если я вот тут запрыгну? Сейчас, надеюсь, меня спину не вздрочнут. Потому что что-то я смотрю, там ребята собираются серьезные. Да бля, умирай. Подонок. Ой-ой-ой, прям в рыло. По-конски попал. Хорошо, как идет. Встал сверху и елозит, пацанов. Кстати, сейчас мы сейчас можем эту миссию-то не пройти, потому что здесь тяжело. У меня тупые мои эти, как их называют. Тиммейты, короче. В команде ребята, походу, не особо здравые. Хотя у меня есть пацан, у которого 20 левел. Его пришлось нерфить компьютеру, чтобы он не сильно крутой был. Ну, что-то я смотрю, он особо не соображает вообще, что он творит. Как будто не в курсе. Да ляпните ему раз, блядь, вот так вот и все. У меня два бота в команде, понятно, почему мы, блядь, скорее всего, проиграем. Ну, всю эту точку, в принципе, мы потеряли, считай. Получи. Все, проебстали точку. Давайте на следующую быстренько попробуем. Блять, они спасли с этой стороны, прибегают, какого члена? Давайте, настройте свои эти пушки, чтобы меня лечили. Иначе нам вафля будет. Уже три бота, я один и три бота. Ну, навряд ли что-то у нас получится, ребята. Вы понимаете, что... Пиздец. С ботами навряд ли мы кашу сварим. Лечите меня, суки. Ёб твою мать. Гляньте, они дочку как захватывают. Да. Повезло мне. С ребятами по команде. В кавычках, конечно, повезло. Да, блядь, они стоят, захватывают, и никого нету. Это жесть просто. Блядь, какие вы уроды. Навряд ли мы доживем, ребятушки. Сука. Давай, иди сюда, чмандала. Вот так вот дохните, пидорасы. Извините за ругню, но я на взводе. Ого, какие мелкие уроды. Смелые. А ну иди сюда. Хорошо, ладим, хорошо. Да, даже кого-то я отладил. Хотя там пацаны киксуют, я тоже хочу киксовать. Сверху идут, конечно, сверху. Они, блядь, по одному сценарию идут, и мы все равно не можем их расчехлить. Вот так вот. Хоть бот лечит. Три бота, я один, ну. Да, это, конечно... Есть шанс, что мы еще, возможно, не все проебали, но шанс очень маленький. Вот так лопаем пехотинцев мелких. Так, уже шестая волна, в принципе. Должны, дорогие друзья, должны мы потянуть, наверное, все-таки я склонен к тому, что
не совсем все плохо у нас. Бля, тут чмо, блядь, стоит. Да не стреляйте мне в спину. Идите лучше сюда, я вас раздрачу здесь. Где, что там, моточки? Сколько человек? Последняя волна, 18 человек. Нормально, отобьемся. Отобьемся. Давай, надо этих ломать. Чуть не насосов. Это ёб твою мать, он его лечит, блядь, заебет и мертвого. С этими лечениями. Блядь, грядка, блядь. Ломаю всем. Клыки и члены. На тебе в лицо. Киллстрик 15 у меня. Блять, нет. Ты что, он задолбал? Ты что, меня только мочишь или что? Я не пойму. Лё, конченый. Подлечите, ребята, ну будьте людьми. Опять сзади, да ёб твою мать. Ух, их тут, блядь, куча. Сейчас, мне кажется, вот этим разом они нашу точку отожмут. Возможно. Обязательно. Блять, я сейчас тебя убью. Да отвали, козел, ля, сука, крепит меня. Хорошо, отлично. Есть. Победа в матче 120. Та-та-та-та-та-та. Ля, у меня уроды какие в команде. Да, писиглот мой решает, ребятушки. 40 на 1. Вот это нормальная движуха. Ой-ой-ой-ой-ой. Идет загрузка, а ну-ка. Чем я там пооткрывал? Добротного, походу, ничего. Ух ты, граната, ручная граната 12 левела. На самом деле это нормально. И дали 1000. На эту 1000, кстати, можно что-нибудь прикупить. А давайте посмотрим, что мы можем купить в магазине на 1000. Один слот для оружия. 1000, дырявая башка. Можно аватара, но аватара, мне кажется, это бесполезная трата денег. Абсолютно. Так, как комбо увеличения опыта и блюдца в один день. Это нормальная движуха. Бомб. Вот может бомбами пооткрывать всякие ящики. Ну это бесполезно, лучше пооткрываю сам. Может бомбы купить? Сколько я могу купить? Я могу купить 5 бомб. Вот они на самом деле немного, абсолютно. Давайте купим 5 бомб. Окей. Так, и чего? А теперь давайте перейдем в инвентарь и пооткрываем. Вообще у меня тут 12, блин, зачем 9 левела? У меня больше нету этих ящики, сейфы. А, вот, да? В принципе, можно открыть 12 левела. Сколько надо? А, на 3 бомбы. Давайте откроем, что у нас имеется в сейфе. Так, медленный импульс, очередь из 2 зарядов, алюминий, нападение, ремни для гранат. Так у меня есть уже ремни для гранат. Зачем это нужно? Удалить 3 левела, да? Нет, надо удалить. 4 удалить. Удалить.
9 тоже уже не нужно, у меня уже уровень выше, 14 остался. Может быть, подкопим на него. Да. Ой-ой-ой. Что у нас с миссиями? Давайте глянем. Ну. Третий. Так, ну все, теперь четвертое. Создание персонажа. Называется глава 4. Ну это уже мы с вами в следующий раз посмотрим. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за внимание. С вами был Андрей. Всем пока. До встречи.